Итак, всем привет. Сейчас уже с самого утра едем на съемку. Будем снимать контент для эксперта, для ТикТока. Не знаю, получится ли снять какой-то бэкстейдж. Я думала, ты скажешь, не знаю, получится ли снять вообще у нас. Нет, ну снять-то получится, бэкстейдж. Будет ли такая возможность, но попробуем. В общем, едем, на улице жара. Будем снимать мы в помещении, на улице будет, конечно, интересно. Вот такие новости. Только не говорите, что у вас ремонт там какой-то сейчас делается. Так, ну что, мы приехали. Сейчас будем собираться на съемку идти. Осталось найти, куда нам идти. Давай, ты нам пока разложиться, да? Ну да, торопит меня начальство. Ну, типа сюда, потом такой хоп, такой на другой. Это общий парк? Отъезд от крупного к среднему. А, стоит, подъезжает, оплачивается. Смотри, вот так вот. И тогда отсюда будет план. Это там три укрупнения, правильно? Да. Здесь будет три укрупнения. Укрупнение, укрупнение. Укрупнение, а ну по имеешь поблизости, ну, да, да, три вида. С общего пара, да, 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 три. Все, я не буду тебя путать, не надо, все, не думай об этом, а то все загонишься и будешь. Да. То есть, и оно будет дублировать один контент, он такой, легко должен восприниматься. Ух, теплицу, да. Где его можно взять? Документ? Да, это. Так, собственно, на сайте после потока. Вот сейчас я тебе расскажу попозже. В этом видео ты узнаешь. Как раз ты чуть, получается, повернешься чуть туда, смотришь немножко. Ну, грубо говоря, вот сюда куда-то. Госдепартамент США объявил, что повышение вступает в силу с 30 мая 2023 года. Неиммиграционные визы для временных работников будут стоить $205. Вместо 190. Скажи это, если хочешь получить отказ в визе. Я хочу пойти к своим друзьям и пожить у них немножко. Она бы хотела как бы предоставлять услуги, но и предоставляет. Но какие? Да, ну когда там идти, если все, много факторов сдерживающих. У нас крупный... Тоже тема, и мне нужно два способа переехать. Будет появляться сначала одно. Катя будет смотреть. Влево? И потом вот сюда, да. И типа потом остались она вопросы. Она стоит на месте? Да, она стоит на месте. А, то есть я просто отъезжаю, да? Да. Так, окей. Значит, я еще раз как. Начинается музыка. Только давай вот поближе сюда становись. Ага. Угу. Подожди, а может надо сделать, типа, какой-то такой движение? Ну, что, потому что не просто стояла, да? Да. Типа так два шага ты сделаешь на эту точку, как раз музыка там будет, потом да. Тыщ. Давай. Тыщ. Угу. А потом уже... Угу. Буквально два шага вот на эту точку. Хорошо. Да. Попробуем. Может, ты тут встанешь, чтобы звук было слышно? Давай. Меня потому что тебя не будет видно. А тоже без звука сложно будет. А зеленая кофта не будет отражаться в зелени на моем лице? Сейчас нет. А давай чуть назад, чтобы ты как раз сделала два шага, да. Спинку? Начинаем? Пробуем? Да, давай. Три, четыре. Угу, ну да, хорошо. Всё? Давай посмотрим. Давайте. Посмотрим. Вот я когда включаю. Ага. Ты так уже отошла от дела. Принято. Там что-то. Да. Прям можешь уже сразу руку вот так держать, как будто ты включаешь. Да. Только стань поближе, чтобы было слышно, потому что не слышно музыку. Сейчас. Я вообще ничего не слышу. Я на все включу. Все. Да. Понятно, сейчас.
в идеале, конечно, купить эту фуражку какую-нибудь полицейскую, типа. А, может, на него сейчас в каком-нибудь китайском продается. Либо в китайском, либо в каких-нибудь секс-шопах где-то там. Так, ну что, все мы отсняли. Было непросто. Всегда, когда начинаешь с новым клиентом работать, знакомишься, нужно понять, как вы вместе коммуницируете, с какой скоростью вы это делаете. Мы заложили сразу, чтобы много снять видео, но приходили какие-то новые идеи, приходилось задерживаться на съемке каких-то фрагментов, поэтому весь объем сегодня не сняли. У нас другая съемка запланирована, поэтому будем доделывать. Вот. Пока едем, Света продолжает работать уже с другим клиентом. Видите, какая она веселая. Блин, там место свободное. Только что не было, да? Вот. Я бы тоже работал бы, пока еду, но... Ну не могу, к сожалению. Блин, да что ж вы так паркуетесь-то, как я не знаю вопросы, кто. Вопросы, и я буду отвечать, что вам лучше поставить. Я спросила, что нужно поставить в студию, чтобы вас найти, хотят дотянуться до этого слухали. Она сказала, что... Взрослые и дети, да? Вот, короче, мы все сделали, сейчас нужно, не знаю, успели сегодня это все смонтировать. Конечно, хочется сразу смонтировать, потому что, когда сразу не монтируешь, потом это все откладывается, потом тяжело это все начинать, а когда быстренько сразу все раз-раз-раз накидал, разобрал, и потом себя благодаришь, что сделал это сейчас. Так что, пойдем, наверное. Я тоже есть хочу. Сейчас что-нибудь будем делать. Я сейчас ничего не буду делать. Ты будешь ничего делать? Готовить не будешь, да? Нет. Что ж, придется мне готовить. Ну не хватит меня говорить. Давай без мата, а то потом дядя Леша будет ругаться, что мат. Я тебя спросить, пожалуйста. Какие душнилы у тебя там сидят. Так, а. Не надо так про моих подписчиков. Это вырежешь? Нет, я ничего не вырезаю. Все, как практически прямой эфир. Да вру, конечно, вырезаю я много чего.